Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 88, упражнение номер 2. Рассмотри план квартиры, на котором за 1 метр квадратный условно принята одна клетка. Вот она. Узнай по плану площади комнаты и кухни. Сосчитай, сколько квадратных метров занимают остальные помещения, если площадь всей квартиры 52 метра квадратных. Итак, давайте узнаем сначала площадь комнаты. Ее ширина 4 клетки, 4 метра. Длина 5 клеток, 5 метров. 4 умножаем на 5, получается 20. 20 метров квадратных площадь комнаты. Теперь узнаем площадь кухни. Ее длина 4 клетки 4 метра, ширина 3 клетки 3 метра. 4 умножаем на 3 равно 12 метров квадратных площадь кухни. Теперь, чтобы нам узнать площадь остальных помещений, мы должны сначала сложить площадь комнаты и площадь кухни. К 20 прибавим 12, получается 32 метра квадратных площадь комнаты и кухни вместе. Теперь мы узнаем площадь остальных помещений. Из 52 метров квадратных вычтем площадь комнаты и кухни 32 метра квадратных. Это получится 20 метров квадратных площадь остальных помещений. Записываем ответ. 20 метров квадратных площадь комнаты, 12 метров квадратных площадь кухни и 20 метров квадратных площадь остальных помещений. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.